Еще совсем недавно городской парк «Юность» Черкесске выглядел заброшенным, а старые аттракционы на последнем издыхании выполняли свои обязанности. В течение нескольких месяцев горожане были свидетелями преображения парка детства. Фатима Даурова прогулялась сегодня по парку и выяснила, какие новшества там произошли за это время. Крылатые качели начинают свой разбег. С этим парком у людей, рожденных в 80-х, 90-х годах прошлого столетия, связаны самые теплые детские воспоминания. Сейчас парк «Юность» обновился, но тем не менее не утратил своего шарма. По результатам опроса среди жителей республиканской столицы по вопросу благоустройства парка, городская администрация вынесла решение по реконструкции и созданию комфортной зоны отдыха для детей. Именно за это проголосовало большинство респондентов. Асфальтобетонное покрытие, бордюры заменили на новые линейные бордюры, значит, где-то около 2000 погонных метров. Более 3000 плитки тротуарной уложили новой, современной. Поменяли полностью лавочки, около 50 лавочек вместе с урнами современных. Значит, перед этим была проведена полностью санация деревьев, кустарников. То есть старые деревья, которые пришли уже в аварийное состояние, были оттуда убраны. Была подсадка компенсационная, около 120 деревьев новых хороших пород, крепких, которые будут долго служить. Современный детский игровой комплекс на месте старых аттракционов вырос за несколько месяцев. Качели, карусели, различные лазалки – центр притяжения внимания малышей. Для детей главное веселье, а родители делают акцент на безопасности, надежности игровых конструкций и современном покрытии. Очень хорошо, прямо шикарно сделали, красиво. Детям удобно, хорошо бегать, прыгать, прямо идеально. Здесь и много места, и пространства много, детям удобнее бегать. Красиво все. Конечно, рада. Чем было, все уже было не в пригодном состоянии. Так, конечно, рада. У нас окна прям выходят на детскую площадку. Вот вышли и катаемся. Хорошо и бесплатно. Дети рады, мы рады. Карантин снимут, будем ходить каждый день. По всей территории парка появились новые лавочки, мусорные урны, установлены более 50 фонарей, которые закрепляют дизайнерскую композицию вымощенных декоративной плиткой пешеходных дорожек. Обновленный парк «Юность» открыл второе дыхание. Началась новая история ярких детских впечатлений. Фатима Даурова, Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.